Всем добрый день, сейчас мы едем в Шемакметский монастырь. Видите, как красиво. А что, сегодня службы нет? Никого нет у вас? А что, здесь? А? Я же здесь. Не, вообще то. Или мы рано приехали? Два часа будет. А, понятно. Шемакмеди – старинный монастырь на восточной окраине города Озургетти. Такой вид открывается из монастыря. Внизу речка шумит. Только русский язык хорошо не знает. Ну, хорошо. Мне бы так грузинский знать, как вы русский знаете. Если было бы супер. У меня школьное образование. Школьное. А у меня никакого нету по-грузински. На грузине образования. Ни школьного, ни дворового. И Олег Леонович решил покреститься наконец-то. Как-то все спонтанно произошло, он теперь ходит, переживает, пока все готовят. Исторический момент у нас. Ничего не спонтанно. Ну как это? Приехали, поболтали с батюшкой, поговорили. Я ему говорю, давай покрести меня. Он говорит, давай, сейчас 5 минут подожди, говорит, все приготовлю. Вот в таком старом-старом монастыре 12 века. С такими вот красивыми видами. Только сейчас ищем имя, которое мне надо при крещении Вот все, ребят, меня покрестили. Вот мой теперь крестный отец, отец Элисбар, меня покрестил, все. Теперь, как Надя сказала, я Божьим человеком стал. Все, поедем мы сейчас домой. Все, ребята, мне вот просто интересно вопрос один. Я же не знаю там, что как, ну, в других церквях. Мне интересно, напишите мне. Сейчас покрестил вот отец Элисбар, да? Он мне, что я говорю, это за это надо платить или не надо? Он говорит, нет, ты что? Тем более я твой теперь крестный. Он мне крестик осветил, подарил. Ну, типа вот, типа четок. Сказал, это тоже тебе. Полотенце. Огромное-огромное полотенце, которым меня обтирал. Тоже это, говорит, это твое, забирай с собой. Я говорю, давай хоть для монастыря каких-то денег оставлюсь. Он нет, говорит, нет, ничего не надо. Вот именно, говорит, ничего не надо сегодня. Единственное, он сказал, я приехал вот в этой футболке, ну, блин, отсвечивает. Но здесь какой-то, короче, черт, да, у меня нарисован. Мне пришлось ее снять, и, ну, в куртке только. Потому что он говорит, ну, я им показал, можно в такой футбол? Он говорит, это что такое? Ну-ка, сними немедленно, короче, убери. Как ты ее мог еще одеть? Это, говорит, что за футболка? Ну, короче, смысл в том, он говорит, вот лучше, говорит, купи себе новую футболку, говорит, на эти деньги, которые, говорит, ты хотел, говорит, монастырю оставить. Ну, не взял категорически. Он говорит, нет. Вот, ну и обменялись телефонами, все, там сфотографировались. Теперь... Ну, а футболка такая сегодня, Олег Леонидович, потому что мы не собирались ничего делать. Да, вообще просто как-то поехали. Ну, мы поехали сегодня по монастырям. Все, вот сейчас поедем в другой монастырь, там к собачкам в районе, там, Азистафони города, там собак выращивают. Сейчас поедем туда.
А сюда заехали, вот тоже это, ну, старый монастырь, все. И мы с ним разговорились. Он здесь живет уже 12 лет, вроде бы, он сказал, да, живет, все, служит в этом монастыре. Я говорю, а можешь меня покрестить? Он говорит, без проблем, давай.